хит-парад «Шансон года». 12 месяцев, 12 песен, 12 мест. Здравствуйте, дамы и господа, с вами Андрей Васильев и самый народный хит-парад «Шансон ТВ» – хит-парад «Шансон года». Это мощный пиар-проект, который упустить вот я не могу. Здесь в каждом лепестке букет из белых роз, такая нежная к тебе. А это ничего, что мы в разлуке. Встреча будет. О секретах успеха умеренней всего рассуждают неудачники. Так говорил Марсель Ашар, французский драматург и сценарист. Улыбку, руки теребя, я люблю другую, только не тебя. Я считаю, что шансон – это искусство. Наша жизнь – это соло, бесконечное соло, и не сыграть его нам без фальши. Пришла пора, и невозможно не повторить священных строк. Время наших встреч неизменно. Каждую вторую пятницу месяца в 8 утра и 8 вечера на Шансон ТВ оригинальный выпуск всенародного чарта. Может, человек один. Сигаретка моя, сигаретка, ты сгубила меня, змея. Песни должны быть от души, и песни должны быть спеты по-настоящему. Только для тебя 40 струн порвал без толку, только для тебя. Только для меня сделал первую наколку, только для меня. Ах, метель, да белая, что же ты наделала? Ниточка из холода пролегла в сердца, только не могу забыть. Это «Шансон ТВ». Эх, дал бы кто взаймы до следующей зимы. Хорошего вам музыкального настроения и до скорых встреч в эфире «Шансон ТВ». Эх, дал бы кто взаймы. Хит-парад «Шансон года». 12 месяцев, 12 песен, 12 мест.